Село Куровщина известно с 17 века. В то время оно называлось Столпово. Из окладной книги за 1702 год известно, что в этом же году, месяца февраля, дня 7-го, в данном селе была освящена деревянная Николаевская церковь. К середине следующего столетия церковь обветшала и была перестроена, но так и оставалась деревянной. В конце 19 века село Столпово было широко известно благодаря особо чтимой иконе святого Дмитрия Ростовского, чудотворца, которая хранилась в Николаевском храме. Каждый год, 21 сентября, в день памяти святителя, совершалось празднество, на которое стекалось много верующих в чудодейственную силу иконы не только из сел Ряжского уезда, но и из уездов Скопинского и Раненбургского. В 1885 году приход Николаевской церкви, кроме села Столпово, также входил в деревню Пышкино, а прихожане состояли из 402 мужчин и 444 женщин. Из священнослужителей церкви известны Семен Иванов, Георгий Семенов, Стефан Иванов, Алексей Иосифович Сапожковский, Василий Герасимович Сионский, Федор Петрович Рыбарев. Время постройки нынешнего каменного здания Николаевской церкви относится уже к началу 20 века, но прослужило оно недолго и к середине столетия было закрыто, а в настоящее время в храме ведутся восстановительные работы.